Мой квадрик! Давай! Через ручей, а! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами снова играем Voices of the Void. Ту самую криповую игру, при этом чиловую, на самом деле. Достаточно спокойную игру, где мы просто отдыхаем, можно сказать, на природе. Провода трясутся аномально, но ничего, мы не паримся, просто ловим приятные, успокаивающие сигналы из космоса. Чисто чтобы спать было приятно. Белый шум, под который приятно спать. У нас в данный момент нет сигнала. Почему нет сигнала? Насколько я помню, мы его с вами ловили. На этом диске ничего нету. Все как-то сбросилось. Немножечко, по-моему. Но ничего, у нас с вами полно времени. Я предлагаю посвятить его, во-первых, уборке, во-вторых, ну, добыче сигналов. Нам нужно 3 сигнала добыть. Как же скучно здесь. И играть в игры мне запретили. Даже специальную камеру поставили, которая детектит, если я буду играть в игры. Потом активирует турель, которая направлена четко на меня. И палит, пока магазин не закончится. Я проверял. И причем магазинов у нее очень много. Я проверял несколько раз. Но если в игры нельзя играть, то про игры можно слушать. В приложении BookMate эксклюзивно вышла новая аудиокнига. Икона Doom. Жизнь от первого лица. Она посвящена легенде игровой индустрии Джону Ромеро, создателя таких культовых игр, как Doom, Wolfenstein 3D и Quake. И это не просто автобиография от стороннего автора. Это самые настоящие мемуары, написанные самим Джоном Ромеро. Помимо того, что в книге вы узнаете уникальные тайны и подробности создания вышеупомянутых игр, оказавших огромное влияние на всю индустрию, вам также в полной мере раскроется личность самого Джона Ромеро. Вы из первых уст узнаете о его трудном детстве, а также какие вызовы, триумфы и поражения ждали его на жизненном пути. И все это в аудиоформате с приятными голосами Петра Сальникова и Александра Гаврилина. Икона Doom. Жизнь от первого лица. Автобиография. Джон Ромеро. А для любителей читать самому также доступна электронная версия книг. Отвечаю, вам понравится. И если у вас есть подписка Яндекс.Плюс, то подключите опцию BookMate и скачайте приложение. Если нет, то переходи по моей ссылке в описании под этим видео. Вводи промокод, и у тебя появится подписка плюс опция BookMate бесплатно на 45 дней. Блин, эта книга еще больше разожгла интерес к играм. Поиграй-ка я в Doom. Черт, я забыл про турель. А, погодите, у нас тут на почте ежедневные задания, которые мы почему-то игнорируем. Первое задание. Вы должны принести нам эти сигналы. 2 сигнала уровня 0. Награда 24 экспириенса. Проверьте этот спутник и сделайте доклад. Ромеро, X-Ray и Foxtrot. Хорошо, у нас сигналы очень долго скачиваются, поэтому давайте сначала поймаем его. Погодите, нам не нужно ничего ловить, у нас же вон они лежат. Вот, но дрон не прилетает за ними почему-то. Я не знаю, что он с меня хочет. Что я должен сделать? Открыть ящик. Какой-то, блин, ящик. Ну-ка, открывайся. Ой, что? Почему-то обратно поставилась крышка. Вот, убирайся. И здесь, в этом ящике, собрать непонятно. А это что такое? Использую для очистки дисков. Это удалитель дисков. Вы что-то в комментариях писали про коробку. Может быть, коробку нужно положить? Это коробка с наполнителем мягким. Да, идеально ложится. Надо закрыть, наверное. Вот, дрон! Пожалуйста, прилети и забери. Я хочу этот бургер. Надо забраться за ним как-нибудь. Как-нибудь его достать. Наверное, мы могли бы забраться по контейнеру. Давай. Оп! Вот это я крут. А, тут лестница была. Естественно. Естественно, здесь была лестница. Все, у нас теперь есть бургер. Прекрасно. Оп, прыгаем. Твою мать, кажется, я покоцался. А может быть и нет. Может быть, все в порядке со мной. Наверняка все в порядке. Тогда теперь нам нужно пойти к Ромеро, X-Ray и Фокстроту. Где они должны быть? Ромеро, X-Ray и Фокстрот. Вообще все в жопе находятся. Так, давайте сначала к Фокстроту. Он должен быть ближе всего к нам. Получается, вот ручей. Это значит, нам нужно идти вот туда. Вот туда. В смысле идти? Мы же можем поехать. Как погнать-то? А, вот, все. Есть. Вот это кайфово. Ну-ка, в горочку он потянет. Ну так, немножечко, чуть-чуточку потянет. А! Чертов камень! Скажи, что ты Фокстрот, пожалуйста. Это гольф. Какого хрена это гольф? В таком случае, Фокстрот, это ты? Наконец-то. Хорошо. Все, заглушили мотор. Вы должны его проверить. Я не особо понимаю, как мы должны проверять. И заметки еще писать какие-то. Давайте запингуем его, что ли, наверное. Окей, у нас Джулиет, Сьерра, Юниформ. Что-то все галимы как-то себя ведут. Не посылают мне никаких паков. Звук слева неприятный. Калибруем Фокстрот. Сервер не найден. А почему? Может быть, вот так надо делать? SD call Фокстрот. Калибруется, калибруется, умница. Только зачем мне это? А если откалибровать Джулиет? Не отвечает. Там серваки, видимо, сдохли. Нужно будет пойти. Ну вот, у нас получается заметка, да, должна быть какая-то. Давайте отчет нажмем. Форма отчета хэш-коде спутника. И до сих пор надо вот это сделать. Я еще не сделал. Фокстрот, ну все, в порядке с ним. Отвечаю. Но хэш-код я его до сих пор не знаю. Ну-ка, давайте
попробуем обыть СВ-хэш. Фокстрот. Не могу. Почему не могу? Не может получить доступ к спутнику. Почему? Давайте ТР-чек, что ли, сделаем. Все нормально. Ебуглит, игра ставит меня в ступор. Я как дебил стою здесь с этой записной книжкой и не понимаю, как хэш-код получить. Погодите, надо просто написать СВ-хэш. Не надо было имя писать. Господи. Как нам теперь это увидеть? Вот, написать. Есть. 0-5-7-6-2-4-C-F-6. Теперь нужно пойти на X-Ray и Romero. Наконец-таки я допер, что делать. Вот это я умный. Хорошо, если Foxtrot здесь, то получается X-Ray вот там и Romero вот там. Еще раз смотрим. Foxtrot, Romero, X-Ray. Окей, погнали сначала к Romero. Путь предстоит нелегкий нам, так что набираемся терпения. Интересно, этот квадрик можно сломать? Я не буду проверять специально, но хотелось бы знать, надо ли мне быть с ним осторожным или нет. Мне кажется, в этой игре нужно быть осторожным во всем. А что это за полоса такая? Интересно. Может быть, тут скорости можно переключать? Почти что. Почти что вертикально едем. Нифига ты проходимый. Что-то я уже очень далеко уехал. Аж за холмы. Вот у нас границы карты. Где же Romero? Вот это что ли? Это Сьерра. Какого дьявола? Погодите, погодите. Сьерра же, кажется, не отвечала на запросы. Давайте сразу пофиксим ее, раз мы тут. Сьерра, ты в порядке? Ну, конечно. Полное говно. Итак, смотрим. 7 минус 6. 1. 1 минус 9. 8. 0. 4. 4. 8. 9. 6. Все, перезагрузили. Слушай, давайте ее хэш-код сразу напишем. Вот здесь будет у нас Sierra 18F 5F B 854A. Это правильно. Мы должны сразу понимать, где у нас что. И как называется. Давайте мы ее еще откалибруем. Кстати говоря, я забыл. Sierra. Калибруй себе. Завершено. Выполняет калибровку спутников SD Halch. Попробуем. Вот, они откалибровались. Видимо. Итак, у нас ноябрь не работает. У нас не работает Romeo. Uniform и Juliet не работает. О нет, начинается голодный обморок. Давайте покушаем. Вот, вкусно было. А теперь давайте найдем, что мы там ищем, X-Ray и Romero, да. Черт. С горки очень стрёмно ехать, давайте на максимум. Он подтормаживает сам почему-то. Вот, смотрите, я надеюсь, что эта тарелка спутниковая как раз таки является той, которую я ищу. Мы сможем здесь? Блин, я думаю, мы сможем. Почему бы и нет? Ты готов? Мой квадрик. Мой квадрик. Давай. Через ручей. Нет. Это было ожидаемо. Он сейчас выйдет отсюда, я уверен. Или он просто плавает. Ладно, знаете, что сделаем? Давайте встанем. Вдохнем воздуха. И просто поднимем его. Кажется, он так легко поднимается. Это хорошо. Черт, здесь слишком крутой подъем. Я не квадрик. Я не могу так забираться. Так, давай, швыряй. Тихо, хорошо. Очень хорошо, Евгений. Ты почти его вытащил. Теперь квадрик едет на мне. Вжум-жум-жум. О боже мой, знаете, что я думаю? Не зря там эта труба. В этой игре все не просто так. Здесь стопудов какое-нибудь лохнесское чудище живет. Мы можем в тебя залезть, дерево? Давай. Там что-то было. Там что-то, блин, было. Сейчас мы туда залезем. А что, у меня нет батареек? У меня батареек, походу, нет. Здесь просто куча камней и больше ничего. Это странно. Я немножко разочарован. Я хотел, чтобы там что-нибудь было. Ну ладно, я опять отвлекся. Поехали скорее на базу. Я хочу посмотреть карту еще раз. А по пути будем записывать хэш-коды спутников, которых мы еще не видели с вами. Это Оскар. Здорово, Оскар. Так, 144. Оскар 144. 01C1C95. Возможно, его тоже нужно откалибровать. Откалибровать. Так, давай на базу. На базу. Оп. Все. И лучше бы закрыть ворота. Сегодня ночью как раз-таки должен прилететь дрон. Надеюсь, он заберет коробку. И надеюсь, мне за это дадут очки. Ну что это такое? А? Сервак, ты офигел, что ли? 5, 9, 4, 7, 0, 4, 7... 3. Все, мы перезагрузили серваки. Все хорошо. Давайте сразу почитаем второе задание ежедневное. Вы должны принести нам эти сигналы. Один сигнал уровня 0. А, все-таки нужен сигнал. Блин. Проверьте этот спутник и сделайте доклад. Кьюбек, Виктор и Хотел. Просто проверить спутник и сделать доклад. Я не понимаю, что за доклад. Как он должен выглядеть? В свободной форме или... Понять, ебе. Ладно, давайте сначала зафиксируем какой-нибудь сигнал. Хорошо, строго вниз. Что это за звуки? Это так должно быть, что это означает? Так, они все теперь в эту сторону. Что-то просто как-то эмбиент играет. Что-то меня в панику бросает от этого звука. Окей. Вот сюда. Сохранение. Вот не знаю, здесь будут летающие тарелки, монстры или что-то такое. Самое главное, что же находится там внизу, в этом люке, за той замурованной дверью. Вот он, наконец-то! Есть. Спутники пришли в движение. Ой, боже мой! Кто меня толкнул? Никто меня не толкнул, я просто устал. Я просто очень устал, да. Кто это сказал? Кто? О, бургер.
А, это глюки. Знаете что? Что оно и вращается? Пошло все в жопу. Я пойду спать. Так, давайте вот паёк есть. Я хочу его разогреть. Это что такое? Можно их использовать? О, ням-ням-ням-ням-ням. Как неприятно, все эти звуки. Давайте просто спать. Прекрасно, пошел дождь. Там же в гараже нет потолка. О, просто выкинул и... Это кошмар! Это сонный паралич какой-нибудь сейчас будет, да? Снится плохой сон! Забирайся! А! Охренеть! Мне приснился сон. Я так и знал, что ночью что-нибудь да произойдет. Короче, я понял, я должен был просто карабкаться выше и выше. Ой, опять? Почему мне снятся эти дурацкие сны? Ой, блин! Ай, мурашки по коже! Реальные мурашки по коже! Идите от меня, уроды! Есть предметы! Отлично! Можно бить их! Получай, бич! А, черт! Зачем я пытаюсь выиграть во сне? Не понимаю. Что? Я реально взял молоток! Это дрон меня разбудил! Так, он какую-то коробочку принес. Ты ублюдок? Он просто кинул и все. Что это, интересно? Так, использовать. Здесь у нас сухой паёк и диск. Окей, спасибо. Почему он не взял? Смотрите, открыть ящик, поместить диски внутрь, закрыть ящик. Это реально ящик для диска. Почему же он не отправил? Ладно, это мы узнаем потом, когда поспим. Тревожные сны мне снятся сегодня. Естественно, тревожные сны. У меня тут дырка в полу, ведущая в жопу какую-то. Ладно, спать. Пожалуйста, без снов в этот раз. Это очень неприятно. Я вижу рассвет. Рассвет — это хорошо. Да господи, почему сегодня? Чем этот день примечателен? Что сейчас будет? Это бесконечный лабиринт, да? Нет, вода! Опять вода! Я могу идти вот так по стенам? Нет, не могу. Я, блин, тонул. Не знаю, как мне спастись. Я не знаю, что мне делать. Она все поднимается. Как мне проснуться? Проснись, Евгений! Что-то я адски проголодался, пока спал. Давайте еще, им нужно стамину на максимум восстановить. Только, пожалуйста, без снов, ну все. Уже солнышко светит. Просыпайся, Евгений. Только без снов. Наконец-то! О, поспал без последствий, отлично. Мне неприятно, что эта музыка гудит мне в ухо постоянно. Она мне на нервы действует. Так, закрыл. Теперь давай использую, активировать. Я скучаю. Ладненько, давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Все работает, ничего не сломалось. Сломалось. Я починил. У нас там, кажется, сигнал зафиксирован, да? Да, сигнал зафиксирован, но, к сожалению, пока что не идет никакой загрузки. Пора начать вращать. Стоп, стоп, куда ты пошел? Ну стой. Как мне ловить-то тебя, урод? Отлично, уловил. Сейчас на 100% будут выходные данные. 99,9. Отлично. Ух, так, теперь это отключаем. Включаем вот эту штуку. Надо изменить полярность. Полярность изменена. И давай фильтр на 90, на 100. Нет. Есть! Как хорошо, как замечательно. Стоп, ну я перфекционист. Давайте уж тогда и эту штуку на сотку сделаем. Есть! Что мы делаем теперь? Сохранить сигнал. О, боже мой, загружаться будет 1000 лет. У нас тем временем новое задание. Задача. Вы должны принести нам 3 сигнала уровня 0 и проверить и сделать доклад о спутниках Индия, Лима и Кюбек. А какой у нас сегодня день, кстати говоря? День 4? Нет, это 4-й день, точно. Индия, Лима и Кюбек. Индия, Лима, Кюбек записал и 3 сигнала уровня 0. А день 3, что там нужно было сделать? Ромеро, X-Ray и Фокстрот. 2 сигнала уровня 0. А, ну хотя бы вот эти задания, хоть какой-то из них. Как нам вызвать дрона, чтобы он прилетел и забрал? Тут же классные сигналы. Ладно, давайте смотреть. Сьерра. Мы пришли прямиком к Сьерре, а вот у нас Ромеро. И вот у нас X-Ray. Надо было от Сьерры ехать еще дальше. Значит, строго туда едем. А, смотрите, у квадроцикла есть здоровье. Будем знать, будем аккуратны. Будем его на руках носить, видимо. Что это за столбы? Они всегда здесь были? Вот, смотрите. X-Ray в ту сторону. Янки, Майк, Делька. Почему не написано про Ромео? Ладно, давайте сначала тогда на X-Ray поедем. Повсюду эти столбы, их не было раньше. Так, что за башня? Кило. На всякий случай проверим Кило. Запингуем ее. Хэш запишем. Готово. Тормози. Это Янки. Зайдем в Янки, посмотрим. Ну-ка, а это что такое? Там какое-то здание. Или это забор просто? Посмотрим. Ой! Почему упать? Почему я упать? Потому что я не есть. Это не есть хорошо. Ну-ка жрем. Как быстро еда расходуется, офигеть. А я ж даже не хожу. Я просто езжу на этом квадрике. Вот ты, что это такое? Мне не очень нравится, что это. Дыра сквозь землю. Оп, сухой паёк. Это надо взять. Это надо взять. Лампочку. Батарейки. Надо взять. Так, у нас здесь есть какой-то генератор. Мы можем его поднять. Сюда, наверное, нужно залить топливо, да? Потому что мы не можем его включить, и он очень тяжелый. Это что такое? Сварочный аппарат. Слышите, какой гул оттуда идет? Я не знаю.
знаю, что это. Монтировка! У меня такой нету. Хочу эту красную монтировку. Кто-то висел на этой монтировке, наверное, и в итоге упал, не удержался. Блин, что же это такое все? А это? День 41. Мы наконец-таки нашли финансовую поддержку для нашей миссии. Теперь мы можем копать глубже в этот раз. Но сегодня я обнаружил что-то интересное. Дыра издала глубокий басовый звук. Я не смог его записать, я даже не знаю, был ли это звук природного происхождения, но было очень похоже на глубокий металлический скрежет. Эта дыра очень странная. Эта дыра очень странная, я согласен. Хорошо, мы еще сюда однажды вернемся, посмотрим, что мы можем замутить, чтобы открыть эту дыру и нырнуть туда. Здесь, кстати, есть молоток еще один. И канистра с топливом. Секунду. Простите. Как же залить-то ее, а? Давайте попробуем на примере квадрика. Что это был за звук? И что это у нас тут такое? Здесь есть диск. И там какие-то данные. Вот это все надо собрать. Вот и диск, который мы можем отправить на халяву. Простите. Как же мне сделать? Стоп, топливо 100. Только что было 50. А, я заправил? То есть, получается, здесь уже меньше. Да? Я не понял, как я это сделал. Оно само. Ладно, оставим это на потом. Вот уже весь день ковыряемся. Что это? Что это? Монстры, нам... Ты не должен это видеть. Уходи, уходи. Ты умрешь, монстры. Монстры ням-ням тебя. Ты умрешь. Гунбризер. Монстры ням-ням меня? Что за бред? Монстров не существует. Все, я сохранился и еду смотреть. Ну давай, монстры. Где вы? Пока монстров нет. И надеюсь, это был просто блеф. Ой, что это было? Мы уперлись, кажется, в стену невидимую. Так и есть. Ха-ха-ха-ха. Никаких монстров здесь нет. Но признаться, я на секундочку занервничал. Ну раз сегодня нас монстры не скушают, давайте наконец найдем все наши вышки и сделаем отчет. Хоть раз выполним какое-нибудь задание. Вон я вижу крайняя вышка. О, мы приехали к какой-то вышке, я думаю, это не наша. X-Ray, наконец-то! Ух, привет, X-Ray, как ты? Я давно тебя ищу. Погодите, а где моя книжка записная? О, боже мой. Я что, просрал книжку? А уже ночь. Как я мог просрать книжку? Что я сделал, чтобы это заслужить? Мы должны вернуться срочно. Включаем фары, гоним. Я не выкладывал записную книжку. Нет, труп! Что это у тебя такое? Что это? Мне кажется, здесь можно найти лопату и выкопать. О, вон еще что-то есть. Ага, мы здесь уже с вами были, здесь все хорошо. Правда, вот здесь не все хорошо, но это не наши проблемы. Поехали дальше. Я, по-моему, проехался прям по скелету. Никакого уважения к мертвым. Черт, я же никогда здесь ничего не найду. Я помню, что было возле одной из вышек на холме, вот. Есть. Итак, где моя книжка? Куда я ее дел? Так, давайте позаимствуем тогда вот эту книжку. Это дневник бывшего работника, который я нашел там в бункере внизу. Хорошо, давайте... сорвем. Вот у нас есть листочек. И запишем здесь. X-Ray в полном порядке. Наверное, такой отчет. Я вот даже еще раз приеду к X-Ray. Запишу его хэш-код. Опа, что я сделал? Что я сделал? Шаблоны. Это шаблоны. Все, я понял. Видимо, мне не нужно писать никаких в полном порядке. Нужно просто имя спутника и его хэш-код. Все, больше ничего не нужно. Значит, теперь нам нужно еще один. Это Ромеро. Понятия не имею, где он. Я думаю, лучше поехать домой. Ура, мы дома! Чертов мусорный бак! Черт, стоп! Все! Ни хрена непонятно. Вот он, X-Ray. А значит, Ромеро, вот туда надо ехать. Это мы сделаем завтра обязательно. Сейчас давайте проверим, что у нас с сигналом. 46%. Ну хотя бы у нас уже есть отчет на 1/3 готовый. Почему дверь все время открыта? Закрой. Все, давайте спать. Я уже очень боюсь спать ложиться. Видеть сны? Вот такие жуткие, я не хочу. Столько вопросов. У нас есть дыра в спальне, у нас есть дыра где-то там в лесу. Где у нас только дыр нету? Ладно, кажется, нас сегодня ждет спокойная ночь. Мы полностью выспались, а еще ночь. Слышите? Летит дрон! Мы можем увидеть его в телескоп? О, там что-то летит реально. Что это за объект такой страшный? Давай, я поймаю. Оп! Слушай, надо разбить этот ящик. А, погодите, я могу просто собрать же. Да. Сейчас мы это сделаем. Надо сначала все разложить вот здесь. Вот здесь есть диск, который интересный. Там что-то в нем лежит. Какой-то суперсигнал. А может быть его прослушать? Извините, давайте-ка мы прослушаем. Импортировать? Слушать. Кто-то не хочет, чтобы я его слушал, да? Опять это дерьмо случилось. Так, окей, в какую сторону? Вон туда, пошли. Еще буду молотком махать. Вот оно. Оно здесь, да? Да, здесь. Я забыл как... А, кнопочку просто нажать. Хорошо. Слушайте, а давайте возьмем с собой вот это. Кстати, тут топливо всего 20. И здесь топливо 20. Мы можем их объединить? Мы можем их вот так вот нести вместе. Так, в какую сторону дом?
Все, скидываем груз. Теперь включаем. О, сигнал продолжает скачиваться. Отлично. Давайте послушаем еще раз то, что было на диске. Хрень какая-то. Ладно, давайте забираем. Стоп, мне вот интересно. Давайте эту коробку откроем. Что за диски-то здесь? А, нет, с ними все в порядке. Они готовы к отправке. Надо просто еще отчет положить. Окей, значит, вот этот готов к отправке. Этот пустой. Будет со всеми пустыми лежать. А все канистры будут вот тут. Тихо, тихо, что это? Опять? Опять все полетело, представляете? Не, ну сколько я этим дерьмом должен заниматься? То ё-моё. Этот в электрике, что ли, донимался? Нет! Только не говори, что это опять ты. То самое... Да, это то самое помещение. Опять тут все полетело. Пожалуйста, больше не надо выключаться. Я тебя прошу. Ты скачиваешься? Кое-как. Давайте чуток поспим. Полностью восстановим стамину сейчас. И как раз солнце взойдет. И будет ненапряжно ходить по этим лесам. Чудненько, просто чудненько. Я хочу хоть одно задание сегодня выполнить. Все, чтобы не путаться, у нас есть один листочек, один блокнот. Есть батарейки, есть лампа. Я думаю, лампу можно пока не брать. Пойдемте в Фокстрот. Блин, нам нужен какой-то правильный ориентир. Вот, допустим, если я смотрю сюда, то что это за башня? А это башня Дельта. Давайте сразу запишем ее хэш-код. Откалибруем. Отпингуем. Все. Посмотрим, где у нас проблема. Все еще ноябрь. Ромео. Данго. Ой, как много отключилось. Значит, запишем. Не работают. Юниформ. Новембер. Гольф. Отель. Индия. Джулиет. А еще Ромео, по-моему, не работает. Нет, теперь все не работает. Ты, блин, издеваешься надо мной, да? Это опять туда идти. Кто, мать его, выключает все это, а? Кто это делает? Из-за чего выбивают? Ну так вот, мы получили ориентир. Вот дельта. Если смотреть сюда. Вот оно как. Вот она дельта. Теперь нам нужно будет, чтобы в Фокстрот прийти, нужно будет чуть правее держаться. Но сначала нужно пойти и починить электричество, разумеется. В жопу, я не буду пешком идти. Мы просто прокатимся с ветерком. Так, уйди, уйди, пожалуйста. Вот так, вот так. Мы здесь. Перезагружаемся. Возвращаемся на базу. Ладно, если это Дельта, то Фокстрот вот здесь находится. А чё я пошел без квадроцикла? Идиот. Ну что ты, Фокстротушка? Работаешь? Молодец. Пожалуйста, скажи свой хэш. Умница. Теперь мы тебя запишем. Итак, поскольку вот эта дельта, вот она здесь за елкой, вон она, нам нужно раз, два и вот туда ехать. Спрыгиваем прямо, оп, на квадрик. Тихо, тихо, тихо. Ромео, наконец-то. Ты, говнюк, ведь не работаешь. Сейчас мы тебя починим. 9, 7, 8, 15, 8, 0, 2, 1. Ура! Сейчас у нас будет полный набор всех хэш-кодов. Так, давай, SV-хэш. Надо это все скопировать и записать вот здесь, а точнее вот тут. Будем сразу сохранять все хэш-коды. Потом, наверняка, нужно откалибровать. Откалиброван. Так, ну а теперь нужно вернуться на базу и все. А! Что произошло? Почему я упал? Потому что еды нет. Нет! Качусь! Продолжай катиться! Можно встать? Где мой квадрик? Погодите, давайте поедим. Где мой квадрик? Кажется, его куда-то унесло очень далеко. А, спасибо, чудо-дерево. Ты спасло меня. Вот только он немножко вкоцался. Найдем ремонтный комплект, починим. Вообще не проблема. Мы тут мастера на все руки, между прочим. Давайте еще Чарли запишем. А старина Чарли у нас 2-1-DD-2-2-9-AF. Также давайте откалибруем Чарли. Чарли очень хорошо откалиброван. Все, мы вернулись. Так, что нам нужно сделать еще? У нас есть полный отчет. Полный отчет. И осталось еще 20... процентов. Мы не должны ждать, потому что у нас же есть два сигнала уже готовых. А значит, по идее, надо просто взять и положить. Может быть, вот эту палету убрать нафиг? По идее, прям, смотрите, бумажка прикрепилась. Бумажка прикрепилась к ящику, и теперь она часть него. Видимо, надо только ждать. Но чтобы не терять время просто так, мы должны с вами починить неработающие спутники. Юниформ, Новембер, Гольф, Отель, Индия, Джулиет. Адски много. Какой ближе всего? Вот Гольф у нас есть. Это рядом с Фокстротом. Справа от него. Это Фокстрот, это Гольф. Ну, здравствуй. Здравствуй, Гольф. Пойдем тебя чинить.
Погоди, что? Неправильно? Еще раз. 3 плюс 9. 2. 0. 0. 7 минус 9. 2. 6. 2. 1. 2. Что я делаю не так? Что я, блин, делаю не так? Вот. Теперь получилось. Эта игра мне мозги парит, я не понимаю. Или я тупой? Скорее всего, это игра виновата. Так, мы гольф починили наконец-таки. Давайте запингуем все остальные, проверим еще раз, что у нас работает, что нет. Ноябрь не работает, танго не работает, юниформ, отель, Индия. Давайте еще танго напишем. А вот и отель как раз-таки рядом. И мне сейчас будет очень плохо, так как 19 еды, а мой чел не хочет есть сухой паёк. Сейчас быстренько со всем разберемся и пойдем домой. Окей, быстренько, быстренько, быстренько. Началось. Да, началось. Сейчас буду падать. Кто выключил везде свет? Какой уродец это сделал? Так, у нас есть батареечка. Она полная? Использовать. Окей. Гуд. Я упал. Это плохо, это плохо, это очень плохо. Надо срочно пойти покушать. Если я разогрею еду, ты будешь ее кушать? Что, в холодильнике пусто? О, бургер. Надо его тоже сожрать. Пожалуйста, теперь это съешь. Не хочу я это есть! Чертов придурок. А это что, кофе? А как мы должны кофе заварить? Я понятия не имею, как кофе заваривать. Ладно, это мы потом. Как обычно, опытным путем. А это что такое? Есть. Мы можем... Это что, огурец? Я съел огурец. Возможно, это огурец. Что там по сигналу? Загружено на 100%. Ну, слава тебе, господи. Вставляй так. Значит, сохранить сигнал. Проиграем его. Текстовые данные. Скажу сейчас... А, не найдено. Я думал, там... Пошел на землю. Это так инопланетяне посылают друг друга. Пошел на землю. Все, он на диске. Надо его обработать. Обработать. Эй, сигнал импортируем. Обработать. И получается. Я знаю, что нужно сделать. Давайте попробуем улучшение сделать. Во-первых, или модуль, модуль, модуль. Итак, визуализация, спектрограмма. Автомат, направленная полярность. Шторм, радар различий, что? Вот, я думаю, знаете, что нужно сделать? Надо скорость загрузки увеличить. Не знаю, давайте скорость пинга, что ли. И скорость датчика, я понятия не имею, что это. Немножко что-то прокачали. Ладно, давайте импортируем. Вот у нас есть еще один готовый сигнал. Нулевого уровня. Что ж, давайте ляжем спать. Надеюсь, сегодня будет спокойная ночь, и дрон прилетит и заберет чертов отчет вместе с коробкой. Вот у нас электричество вырубило, кажется. Мне похрен, я буду спать. Меня это не разбудило ни в коем случае. Что это? Я сплю, меня это не будет ни в коем случае. Да что происходит, пока я сплю? Что это все было? Что взорвалось? Почему ты дымишься? Что за светлячки? Дрон летит. О, посмотрите, лечение ран есть. У нас тут аптечка есть. Не знаю, для чего она. Я вроде бы здоров полностью. Давай, дронушка, дронушка! Он принес мне ящик. Хорошо, что там наполнитель был. Ладно, давайте использовать. Что у нас тут? Еще один паёк и диск. Ну, а это-то кто будет забирать? Может быть, палету все-таки надо положить? Вот коробка. Открыть, что такое? Вызвать дрон! Я вызвал? А, вот, используй. Вот он сейчас прилетит, заберет, будет моя первая миссия выполнена. Я слышу его. Сюда! Сюда, дронушка! Почему дронушка его называю? Странно это. Потому что я очень рад, что хоть кто-то здесь есть, кто двигается, кто напоминает что-то разумное. Давай, забирай, и дай мне очку. Смотри, 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 смотри. А? Берешь? Чётенько. Ох, как угнал! Сейчас нам дадут очки. У нас сейчас 4. Должно стать больше. А мы пока пойдем чинить. Ну, вы поняли, как обычно. О, нет. Нет, тихо, тихо. Нет, нет. Встань, Тюмаля. У нас нет еды, нет. И паёк он не будет есть. Главное успеть починить все. Боже, какой срач. Чем я должен здесь питаться? Как я должен выживать? Тут же ничего не растет, ничего нет съедобного. О, о, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. Помогите! Помогите!